Всем привет! Я продолжаю пользоваться своим новым смартфоном Galaxy Note 2, и в этом видео хочу показать вам некоторые особенности родного браузера. По умолчанию нам доступно два браузера, это Chrome и Internet. Для Galaxy Note 2 с его стилусом больше подходит именно самсунговский браузер, который просто называется Internet. Данный браузер очень быстрый, хоть я и понимаю, что будущее за Хромом, но на данный момент он не работает так же гладко и быстро, как, например, стоковый браузер от Samsung. Ну, естественно, он поддержит синхронизацию со всеми вашими страничками, что добавлены в избранные на вашем персональном компьютере в Хроме. Например, открою страничку Дни.ру, как вы видите, флеш присутствует в полном объеме. Это не фантастика, просто-напросто я поставил флеш APK файлом на этот смартфон. Хоть он и не поддерживается на данный момент Adobe, но ничего не мешает ему работать, никаких нареканий на его работу пока нет. То есть при желании вы сможете его установить. Браузер очень быстрый, очень гладенько работает, то есть каких-то нареканий никаких нет. Теперь я вам покажу некоторые особенности в работе со стилусом. Что интересно, при наведении стилуса, то есть мы еще не касаемся, мы просто наводим близко, он начинает управлять интерактивом. То есть все то, что происходит у нас на персональном компьютере при наведении мышки, все то же самое будет происходить и здесь. Как вы видите, красным начинает показываться, где двигается мой стилус, хотя я им еще не касаюсь. Также всякие вот такие вот дела. Теперь вы сможете смотреть картинки, просто поднеся стилус. Далее, если вы подносите стилус к краям экрана, то он будет осуществлять перемотку влево-вправо и так далее. Давайте откроем какую-нибудь интересную статью. Например, вот такую. Как вы видите, все гладенько работает. Скоростью скроллинга вверх-вниз я управляю сам. Хочу мотаю медленно, хочу мотаю быстро. Это мне очень нравится в браузерах Android. Как вы видите, здесь имеется кнопка Reader. То есть, зайдя в какую-либо определенную статью, вы можете нажать кнопку Reader. Здесь сверху управлять комфортным размером текста и спокойненько читать. Останутся одни картинки, текст, уберется все остальное. Все остальное ненужное. Ну вот, как бы, в принципе, и все. Вот такие вот особенности у родного браузера имеются при работе со стилусом на Galaxy Note 2. Спасибо за внимание.